Спасибо. Это от кого? Это от бабы Али и Шуль. Тебе почтой привезли. Представляешь? А покажи, что там. Я даже не видел. Это Тёмка принял почту и расписался. О-о-о! Ну-ка, дай я сфотографирую, Тёма. Да. Лицо да, что это? Ну, да, ты держи, да, чтобы ты не рисовала видео. Сейчас, секундочку. Пролезу кто-то. Ну что, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Пять. Пять? Это сколько? Это вот так? Или сколько? Пять? Так это что, на следующий год в школу? Еще чуть-чуть осталось? Угу. Интересно. Ну что, будем вставать? Да. Давай я тебя тоже поздравлю. Ой, потягушки. Слизь, а ну-ка давай мы ее померим. Ля, Тёма, есть у нас линейка, а? Нету, то есть есть. Он на холодильнике железный. Ну-ка не сейчас мы ее померим, как она выросла. Ну-ка, сейчас. Сейчас, потягушки, давай мы тебя потянем. Давай. Поцеловала и пошла на работу. Не стала будить. Да. А, ну-ка, давай, ложись. Она может быть длиннее, чем линейка. Ничего. Так. Вот так. А 1.10 метра, Олег. Ну что, 1.10 метра? 1.10 метра. Ого-го. Угадай. Иди сюда. Артём, она поблагодарить подошла тебя. За шарики, да, Линка? Ну-ка, давай, присядь, Лёв. Присядь, пусть она тебя обнимет. Ну, сейчас, подожди. Как лучше, хотя бы так? Да, вот так. Чей Артём? Ну? Твой, конечно. Драчёный маленький, а? Всё, отпусти, забудь. Да, ну, что-нибудь, я не кулаку. Так, ну что, теперь одеваться? И пойдем в садик? Да. Хорошо. Все. Давай. Я тоже присяду. Говори, бабяля. Говори. Я просто не помню, что говорить. Ну, подумай сама. Ну, как минимум, скажи, что. Что говорят, когда подарок дарят? Спасибо. А что еще? Ты скучаешь по ним? Да. Ну скажи. Но я не знаю, что. Скажи баба. Вот так баба. Баба. Привет вам. Привет. Я по вам скучаю. Приезжайте. Я по вам скучаю. Приезжайте. В гости позовем их? Угу. Да? Ну и скажи, если не получится, я к вам приеду летом. Ждите. Угу. Да? Хорошо, ну давай. И этот открыть подарок. Да? Ну так. Потом или на вечером. Почему? Да. Ну, нет, ну можно и открыть, а потом положить. Хочется открыть? Ну так открыть. Можно будем открывать. Надо так ладно открыть. Ай! Убери. Он пустой. Гасо. Он уже не нужен. Все. Горки выбрасываем. 5 лет нам они не нужны. Эй, я не могу открыть, хочу. Мы не выбрасываем. О, получается. Почему не должно получиться? Спать хочешь?
Когда вырастешь, у тебя будут свои детки, мы будем им показывать это видео, да? И говорить, что вот мама у вас была самостоятельная, сама все делала. В 5 лет уже могла одеться, да? Будем рассказывать? Ну давай, одевайся. Я ничего не буду есть. Совсем ничего. Я... Мам, привет. Привет, моя дочка. День рождения. Спасибо. Мы его раскрыли и на подставочку подставили, и все у нас красиво. И бабушкам передали на камеру привет и спасибо сказали за подарок, который ночью доставила нам почта. Да? Да. Ну что, мамочка? Оделись уже? Ну вот сейчас она одевается и пойдем в садик, понесем угощение для деток, да? Да. Мама, что? Мои конфеточки, я даже не много сейчас ждали, да? Да. Папочку Марси. Хорошо. Сегодня еще, сегодня еще у нас день учителя, да? Да. Вот как хорошо. Воспитателя поздравим. Пока-пока. Давай. Целую, мам, тебя. Кто это, Аля, пришел? Проходите. Завтра в Фейсбуке будет. Я говорю, завтра будет в Фейсбуке. Проходите сюда. Ну właśnie. To jest taka duża kolorowanka, dwie duże kolorowanki, takie duże. Tak skrywajcie duże kolorowanki. Takie wielkie kolorowanki. No to otwierajcie się. Może sobie. A tutaj? Najpierw to, tak? Aha.
Ты не захлебнешься? Нет? Слюнки текут? Ну что, встречаем пятый год? Угу. Давай. О, браво! Молодец! Она его загадала. Не говори его. На ручке. Ему больше не скажу. Так, мама, а подарки вообще будут девочки? Ты же достала? Я сейчас сам что это отвезла. Бывает, скажи, пшна. Сегодня почтальон утром принес от бабушек подарок, да? А, вот, да, бабче передали подарок утром. Она проснулась. Что это? Лялька вчера была. Я попробую выслать. А ты видишь, что у нас дети на коммуне допиро достают загары? Покажи. Правда? А мы не мамы коммуни, не потребуем. Вот это? Так я следующий можешь напить. Запейте, ну тут. А с чем мартини пьешь? Сама, че с... С соком помарачевым, я запомнял купить. Ага. Да, никто не собирался. Алина, помогай ручку. Я один час спать.
3 razy więcej, tylko na remont. Co ty na głowie zrobiłaś? Niż zapłacili. Można było kupić nowy mask. I te koszty my ich nie... My ich nie wliczali do składu. To było... Potem mi zostać. Na wodzie. Mogę szary kolor? Mogę szary, Alinka? Tak tylko zrobię budki szybko, dobra? Chodzę na kanto, bo ten, bo to ja pamiętam. Вот граница совсем чуть-чуть. И я чуть-чуть притопил скорость. Ну, давай, я поехал на Россию, мы же недалеко стоим. Есть полиция? В Россию уж? Нет, это было в Польше. Прямо в Польше. А я сказала, что это было в Польше. Ну, а еще было в Польше. И уехали мы по этому... А женщина, 50 километров, чтобы было ехать. Ага, еще, ты ходила? Еще не было у меня карты поляка, ничего. Тоже я. Ну что, делать будем? Я говорю... Албопольск, да? Да. Я говорю, ну что будем делать? Я знаю, как в России, вот, а ты нас научи. Ага. Так? 200 злотых. Ага, ну то близко к границе. Не, правда, близко.